Что неправильно? Ну, хотя бы в сумме стало правильно. Ну так нам остается только ожидать, что теперь и французы должны тоже проиграть произвольный танец канадцам. Почему нет? Да, почему, уже почему нет? Уже... Как говорят французы, pourquoi бы, собственно говоря, и па. Логично. Да. Пернель Карон, Ллойд Джонс. Пожелаю я им безупречного катания, потому что если они сейчас еще проиграют канадцам, просто смешно. Пернель Карон, Ллойд Джонс.
Оба студенты, надо сказать, написано. Она изучает архитектуру, он спорт. Надеюсь, что мне никогда не придется жить в домах, которые будут ей спроектированы. Почему? Потому что ехать много... по мосту, который она спроектировала. Много времени занимает. Потому что фигурное катание отнимает абсолютно все время. И при этом стать классным архитектором может быть и возможно, но не сразу. Ну, у нас тут спор сейчас с Петром. Какой из? По поводу того, проиграют они канадцам или не проиграют. Я говорю, что не проиграют, а Петр говорит, что по произволке уж по произволке уж железо должны проиграть. Но это имеется в виду по-честному или логику соревнований? Я беру логику соревнований. Иначе это будет уж тогда совсем нелогично. По поводу элементов программы... Мне очень понравилось, кстати, первый раз была использована на этих соревнованиях поддержка на месте, вот с чего ребята я начали. Я первый сказал, что она мне понравилась. Ты первый сказал, да, друзья мои, Вася сказал первый, что она ему понравилась, а я тут же его поддержал, потому что она вообще мне понравилась. Впервые в этом сезоне была такая исполнена, я не видел. Сложно говорить впервые в этом сезоне, потому что сезон включает не только этапы гран-при. Для меня только этапы гран-при. Ну, для меня, дорогие друзья, он еще включает и юниорские этапы, еще и российские соревнования. Поэтому мы никогда не сможем с уверенностью сказать, впервые ли она была исполнена в этом сезоне, но на этих соревнованиях точно впервые. Stationary lift. Поддержка на месте, друзья. Так каким же образом она оценивается? Партнер должен удержать сложную позу в течение 3 секунд. В данном случае это была, вот видите, полный присед. Он вращается на месте и удерживает в течение 3 секунд. И она находится в позиции отклонена от партнера, то есть большая часть ее корпуса смещена, то есть так называемый leaning out. Интересная поддержка. Но она всегда исполняется во вращении, правильно? Да, поскольку просто встать, вернее, просто сесть на льду не является сложным. Она не всегда исполняется во вращении. Например, данная поза. Вот твизлики очень неплохие. Сейчас вернусь еще к этой поддержке, чтобы... Запрос. Вот смотрите, вперед-внутрь был уже твизл. И третий твизл опять вперед-внутрь. То есть они... Это неправильно, хореографически неправильно поставленный элемент, потому что все три твизла должны иметь разный вход. Если у нас один раз использовался вперед-внутрь, вход следующий должен быть вперед-наружу или назад-наружу, и третий, соответственно, еще какой-то другой. То есть не может быть два повторенных входа. А если даже с прыжочка то, и потом... Если назад-наружу. Нет, прыжочка ради... Прыжочка, если делать прыжочек, то нужно делать третий твизл. Что-нибудь одно. Или прыжочек, или третий твизл. Очень путанно. Сильно проиграли. 81 балл. Я же сказал, друзья, логика присутствует. И они, по-моему, теряют еще вдобавок и в общей сложности два места сразу резко. И они проигрывают и Зерлейном тоже. Серьезно.